Вчера я встречалась с подругами, с двумя подругами. Мы встретились в 20, ой, нет, не в 20, нет, в 18:30. И мы были вместе до 23 часов. Сначала мы были в баре, а потом мы пошли в караоке. Мы пошли в караоке в 20:30. И мы пели ла-ла-ла 2,5 часа. А мы были в караоке по-японски. Это караоке в маленькой комнате. Но вообще в России популярны караоке не по-японски, не как в Японии, а как в Америке. Значит, это ресторан, большая комната, ну не комната, а зал. Зал. В ресторане это зал. Like a hall. Вот. Ресторан, столики, столики, и люди не знают друг друга. И вот, например, один человек хочет спеть. И он зовет администратора. Администратор подходит к нему и дает микрофон. И человек поет. И, конечно, это страшно. Вот. Раньше в России не было караоке, как в Японии. И когда я и мой муж ездили в Японию первый и второй раз, в России не было караоке, как в Японии. И я думала, ой, караоке в Японии это прекрасно. Прекрасно. И я думала, ну почему в России нету караоке, как в Японии? И потом караоке появились. Караоке, как в Японии, появились в Москве. Сейчас в Москве есть караоке, как в Японии. Я не знаю, сколько. Много или мало, не знаю сколько. Но караоке, как в Америке, где большой зал, это более популярно. Вот. Можно сначала
практиковаться в караоке, как в Японии, а потом звездный час. Звездный час в ресторане. Звездный – это вот звезда. 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 Звездный час.